Барис. Нам 25 лет. Для людей года зайца этот год очень хороший. То есть сами небеса им покровительствуют в этом году. То есть людям года зайца в этом году вообще можно как бы заниматься всем. То есть планировать семью, если нет семьи, да. Если кто-то планирует поменять работу, но можно начать новое место работы найти или еще что-то. Какие-то открытия в этом году делать. Пытаться даже вообще планировать все, что-то с нуля в этой жизни. То есть вот этот год, именно год свиньи, он для них вообще благоприятен. Также можно молиться своим божествам, то есть это если семь красных менге, там будет божество зеленая тара, она исполнительницей желаний является. То есть божество гневное, в гневной манифестации сахюсун, это сэндэма сахюсун, львиноголовое божество, такое женщина танцующая. То есть вот этим божествам необходимо и молиться. Но прогноз для года зайца очень хороший в этом году.